Привет, дорогие друзья! С вами Дмитрий Кухтенков, и сегодня мы рассмотрим такую тему, как регистрация скайпа. Как нам его подключить для того, чтобы пользоваться и делать бесплатные звонки по всему миру. Итак, наберем скайп в Яндексе. Так, скачать скайп. Переходим на официальную страницу скайпа, да, skype.com. Прошу прощения. Так, дальше. Загрузить скайп. Загрузить скайп. Выбираем ту систему, которой мы пользуемся, да, Windows там или другие какие-то системы. Ну, к примеру, Windows. Вот у меня семерка, поэтому Windows классический. Выбираем бесплатные функции Skype. Загрузить Skype. Пошла загрузка. Вот у нас, да, файлик вот этот загрузился. Дальше нажимаем на него же. Вот. У нас Windows запрашивает, доверяем ли мы этой программе. Да, доверяем. Нажимаем «Да», выбираем русский язык. Я согласен. Так, сделать домашней страницей. Это нам не нужно. Продолжить. Ждем, пока загрузится. Пока грузится, включим какую-нибудь, наверное, музычку. Что мы видим, да, тут уже как бы, ну, сразу, да, он подставляет мой логин, вот, а если вы как бы еще не зарегистрированы, тогда вам нужно нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Так, нажимаем «Зарегистрироваться», вот, дальше вписываем, да, свои данные, Дмитрий. Пишем адрес электронной почты, еще раз адрес электронной почты, выбираем личные данные. Так, как вы в основном для частных бесед. Вот здесь придумаем логин, допустим, серый. Вот, придумываем пароль, повторить пароль. Слишком короткий логин, да, значит, добавим циферки. Вот. Дальше вводим капчу, вот эту, да, и я согласен, далее. Если что-то будет неправильно заполнено, он вам автоматически подскажет, что где нужно нажать, да. Вот, ну, собственно, наверное, все. Вот, как входить, ну, здесь все очень просто, то есть пишите свой логин и далее свой пароль. Skype. Вот. И у вас такая должна быть иконка на рабочем столе Skype, да, для того, чтобы было легче входить. То есть два раза на нее нажимаете. Все, и у вас появляется такое окно. Сюда вводите логин, сюда вводите пароль. Ну все, с вами был Дмитрий Кухтенков. До новых видео подкастов. Пока-пока.